Всем привет, дорогие друзья! Я продолжаю в халате. С вами канал Хэмбо Гейм. И, короче, ну, типа, погнали. Чистильщики труп. Наша задача найти сейчас оружие из арсенала. Без сигнализации. Не спугнув птиц, не понятно. Нашествие. Орда идет за нами по пятам. Двигайтесь быстро, или вы пропали. Громилы с броней. Так. Каждое попадание пули, при том, что цель начинает получать на 1% больше урона в течение 3 секунд. Ну, блядь. Ну, давай возьмем вот это. Давай, к бою. Урон от пуль тоже будет хорошо. Но немножко автоматов они нам оставили. Где ящика? Так, плюс 50 здесь урон от пуль. Необычная штурмовая винтовка. Ну это я купил чисто скинуть. Не знаю, либо взять этот автомат, либо хуй его знает что. Попробовать. Или лучше взять эмочку бесплатно. И повысить на ней боевую мощь и емкость магазина. Ну давай, давай. Так, давай вот так. Хорошо. Так, и на ствол, наверное, можно купить что. Пускай будет обращение по пище. На насколько? На 7 больше, и дальность у него чуть повыше. Но это благодаря модулю. Вот. Так что как бы. А, блять, вон еще один РПК. Ну да, здесь. Тут, блять, напугал, сука. А, можно было и не покупать вообще. Но я туда и не запрыгнул, видишь? Давай не выёбывайся. Ой, сука. А куда идти? А, ну ладно. Пока тут есть всякие плюшки. Зачем вы по ним стреляете, если они взорвутся, сука? Это что? Электрошок. Не заинтересован. А, вот стрелочки. Им надо делать мудаков вот этих вот, плюющихся трупиками на потолке. Сейчас я сначала ящик открою. Нихуя себе, нихуя себе.
Блин, ну это прикольно. Против горит перегород. Ну сейчас орда попрет. Даже дверь не нужно открывать. Сейчас мы их встретим тут сразу. Понимаете? Нет, не понимаю. Алибидерчик. Ну понеслась, сука. Блять. Шокер мне нахуй не нужен. Ну здрасте, да. О! Блять, сука, он еще и скинул меня. Блять, да ёб вашу медь, а! Ну заебись, весь в дерьме. Сука, идем по дерьму в дерьме. Да, блять, сука. Да ебать! Да, сука, ебать, меня сосут, убивайте его! Да ебать, как много тут охотницы, ёпта! О, ящик. Точный ящик. Иди нахуй от меня. Не подходите ко мне, блядь. Я за ящиком пришел. Ну, знаете, что я тут подумал? Так, в принципе, тоже сойдет. Патроны всегда нужны. Блин, хорошо, что броня слетает, блядь. Инхэ, инхо, туру-туру, туру-туру, йо-махо, йо-махэ. Блять, а тут я орды не хотел. Пошли нахуй отсюда. Здорово. Бля, бабки проебал, конечно. Фух. Мне не нравится, что так много
ящиков, сука. Ну да-да, стойте там, там же заебись стоять там, точно. Не, ну мы от орды четко съебались, я даже как-то не ожидал. Стой. Главное, знаете что, чтобы карга тут не попалась. Карга это будет пиздец. Looks like someone left us some intel, though if it's out here by itself, probably didn't do them a lot of good. Опа, о, здоровье. Минус 15 боеприпас. Нет. Блять, нихуя ты. Там этот полупокер, блядь. Который позовет орду. Так, берета с очередями. Ну это, конечно, заманчивое предложение. Нихуя себе, аж двое, ебануться. Наверное, на сложности морды, морда, да. Наверное, на сложности нормы их там по 5, по 6. За раз вот так вот. А, вы чё, туда подошли? Да, блядь. Все, все, я спрыгнул, я понял. О, нихуя себе, здрасте. Ну чё ты? Да блин. Блин, я сбил еще этот источники, чтобы не активировать. А как я их активировал-то? А, ну да, успел. Интересно. Охотница, это всегда интересно. Блять, SMG не то. SMG слабоват. Ну, конечно. Куда ж без вас-то, а? Ублюдки. Так, помогите! А, блядь, что-то я извиняюсь, что затупил меня.
Так, скорость смены, здесь скорость передвижения, скорость перезарядки. Я думаю, надо бежать. Определенно. Блять, давайте быстрее. Да кто бы там ни был, блядь. Опа. Все. Считай, добрался. Пока, блядь. Фу, победа. Поехали дальше. Мгла. На этот район опустился неестественный туман. Понятно, будет карга ебучая. Скоростная вылазка. Ходоки с броней. Заебись. Так. Курточку. Урточку. Ну, вот мгла это, конечно, я не хотел. Так. А вот как посмотреть, что за бонусы на оружие, которое тут есть? Ну ладно. Так. Вот такие. Улучшение атаки. Ну и все, у нас плюс 200 останется еще. А чё, один только? Лёп вашу мать. О-о-о! Понятно, что тут за неестественный туман. А я думаю, чё за туман, блядь, в канализации? Так, ну птицы мне не надо нахуй. Где? А? Хотели заняться скалолазанием? Hope One, this is Rover 2. We've got a solution to our arms problem. Over. This is Hope One. Over. That plane at the clog you had your eye on? We're gonna secure that cargo for Hope. Just need that copter of yours to pick us all up when we're done. You get there, you've got it. Just try not to die in the process. We're short on personnel as it is. Hope One out. Да вы, блядь, всех ворон порешали. Чё мне нравится у ботов, то, что они, как бы, ну, на них не реагируют вороны. То есть, если уж косячить, то косячить должен сам этот игрок. Да господи!
Быстро ты спекся. Блять, мне вообще это не нравится. Сука, я ненавижу каргу. Туман прошел, значит, и карга исчезла. Давай, иди сюда еще раз. Давай, ты сможешь. Все, да? Да взрывайся ты уже, сука. Not me. You all lost people. Lost someone close. I didn't. Never allowed myself to get there. Now, it's too late. Maybe. Future generations. If there's future generations. Воу, 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 закидали меня, пиздец. Опять этот блядский туман, держу в курсе, блядь, пахнет попкой. Пахнет, очень пахнет попкой. Я нихуя не вижу. Мне это вообще не нравится определенно. Ах, твою мать. Сколько вас, а? Тут даже стрелять стрёмно так. Не говоря уже о взрывах. Блять, ну очень меня это смущает, конечно. Я стрелять не буду, идите нахуй. Да, блядь. Сука. Это я попал, блядь. Ёбаные, блядь, вороны, а? Что это, ЛЦУ? Давай вот так. Well, that was fun. Так, ну что, прикосы мне не нужны. Халявное лечение пойдет.
this. Watch out! Да, блядь. Пиздец. Где тут сраный выход? Кого-то треснуло ебало. А, сука, это же у меня. Блять, опять вороны сяны. А, ну молодцы, против меня, значит, эта ебучая хуйня действует, да? А как пройти-то мне дальше? Хуингер. Блять, ну ладно. Надо продержаться чуть-чуть. Сигнализация, блять, на двери. Кто, сука, ставит сигнализацию на двери? Не, ну может кто-то и ставит. Не в курсе просто. Мне в любом случае сюда надо было. Сюжетная подстава, как говорится. Опять всратый туман. Ну и чё, и где? Идите в огонь. А ты не горишь, что ли? Иди нахуй отсюда. Ой, ебло глупое. Где там? Тут нихуя нет. Блять, ну вот ты, тебя вообще не ждали. Вау, неплохо, неплохо.
Вау. Дробовик бумба. Блять. Обрезик. Обрез — это хорошо. Не всегда, правда, но хорошо. Блять, опять гнездо, да? Где? Понятно, понятно, понятно. Принимаем. Сколько тут трупов навалено, вообще жесть. Вам помочь? Найдите, говорит, все узлы гнезд. Я-то не против, я с удовольствием. Да блять, напугали-то как, сука. Где еще узел? Ага, вот. Вот и все. Вау, 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 вау. Нихуя себе ты как. Yes, отлично. Так, хорошо идем, ребятки. Очень хорошо идем. Блять. Сука. Блять, это похуже, похлеще всяких охотников вообще. Так. А чё, а как? Блин, опять туман, вообще бомба просто. А как туда пройти? А что мне сделать-то надо? Ну, вот все, вот так вот и, да? О май гад, Скар, уяр. Кар-карабин. Так, это видео у нас опять затягивается, как и предыдущее, поебать. Тут нихуя себе, здрасте. Я даже немножко, да, я это испугался, да, да, да. Это что? Допустим. А, не, видео не затягивается, я напиздел. Не, ну как бы оно заканчивается.
Тут вас лечили, суки, а вы всех сожрали. Ладно, пойдем. Ну что ж, дорогие друзья, на этом, пожалуй, закончим. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, жмакайте на колокольчик. С вами был Канал Хабагейм. До новых встреч. Пока.